Привет, друзья! Хотели с Леной показать, как мы варим у раков. Наш фирменный способ. Варим мы раков, добавляя никакого укропа. Там мы смотрели в Ютубе, кто-то добавляет чеснок, там, я не знаю, лук. Еще свеклы, наверное, не хватало. Вот. У нас способ простой, но вкусный. И проверенный, самое главное. А проверенный он на моих коллегах. Все попробовали на работе. Сказали, очень вкусно. Но раки почему-то маленькие. Ну, раки, естественно, маленькие. Больших мы дома съели. Вот. Давайте покажу вам, как мы варим у раков. Самое такое. Так, набрали мы в кастрюлю 2,5 литра воды. Вода закипела. Кидаем на каждые пол-литра по одному листику лаврушки. 3, 4, 5. Берем большую столовую ложку соли для соли. На каждые пол-литра одну столовую ложку соли. С горкой. Не жалейте соли. 4, 5, 1, 2. И наш фирменный секрет – это душистый перец. То есть мы варим раков не с укропом, а вот с таким вот красавчиком. Побежал куда-то, сейчас его кот погонит, душистым перчиком. Душистый перец мы кладем, ну, просто на глаз. Вот так вот в ладонь положили, закинули в кипяточек. Весь этот рассол должен провариться в течение, ну, где-то минут 5. Пока варится рассол, хотел вам рассказать историю, которая случилась с нами на Филиппинах. Как-то мы сидели вечером на улице с Леной, ну, разговаривали по планшету с родителями. И почему на улице? Потому что Wi-Fi не было, ну, хорошего почему-то в номере, не знаю. Из-за чего такое там? Ну, связь плохая была. Сидели на улице. А там молодые филиппинцы, один охранник, который охранял отель, там еще с ресепшена, девчонки. Вот. И Лена показала им ради интереса на планшете, как я ловлю раков. Причем она сняла тот момент, когда я поймал, ну, просто огромного рака. Я его, получается, сижу в воде по пояс, там камыш. И я достаю вот этого огроменного рака. На что у филиппинцев такая реакция была интересная. Лобстер? У них глаза были такие, фишки. Вот. Честно говоря, внутри так хотелось сказать, да, лобстер. Ну, сказал, нет, не лобстер, это рак. Ну, рак они так и не выговорили. Очень долго пытались, рак, 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 и так не получилось. Но видео они просмотрели дважды. Вот такой вот у нас случай был. Еще хотел рака показать, кому интересно. Пока мы его довезли с речки, он у нас отлинял. То есть вот такой вот большой рак. Представьте, вот он получается, вот у него прошла. А можно руку убрать, а то не видно. Да. Вот прошла линька. Вот. И то есть мы его пока довезли. Бедный пролинял. Честно, я не люблю. Вот так вот, вот покажи еще раз, как они были. Мне не нравится, когда вот такой панцирь мягкий. Ну, что сделаешь. Остальные, ну, там практически 90% уже раков отлиняли, а этот и на панцире вот такие икринки. Не знаю, мне кажется, это от улиток. Икринки такие интересные. Раки у нас такие достаточно. Ну, 50 на 50. Крупные, мелкие. Так, я панцирь беру. Очень такие сочные, живые красавцы наши. Ну что, вода закипела у нас уже. Я думаю, минут 5 покипела. Кидаем мы туда раков. Знаю, там у людей всякие способы кидать раков в кастрюлю. Кто-то говорит, головой надо окунать, кто-то хвостом.
Мы окунаем. Чем упадут? Каким местом? Раков у нас где-то, наверное, около 2 килограмм. Ну, я думаю, около 2, наверное. Мы обычно так набираем, когда 2 килограмма приблизительно, и на этом уже заканчиваем ловлю рака. Ух ты, водички не хватает, надо его побольше чуть-чуть. Вот. И пускай закипает. Варим мы раков в течение, ну, учитывая то, что здесь, ну, где-то 50% крупных раков, в течение 7 минут. Когда у нас мелкие раки, ну, средние, то есть вот такой вот размер, я сейчас, да, вот покажу его, уже сварился, вот такой вот размер, то в течение 5 минут, и не больше. Так, ложечка. Все. Ну, в течение 5 минут или 7 минут, это после закипания. Все, будем ждать раков, пока не сварится. Рюш, чего ты пришел? Запах почувствовал? Раков? Рюш, кушать раков будешь? Кушать рак? Да? Тебе почистить? Рюш, хорошо, сейчас я тебе почистю рака. Давай, пока я вынимать буду, иди в магазин сбегай. Друзья, вынимаем раков. Все, отварились они. У нас 7 минут. Вот таким образом. Лена всегда смеется, как я складываю раков на тарелку. Ну, знаете, как на рынке. Мелких вниз, крупных наверх. Ну, для эффекта, конечно. Может, поэтому мелкие остаются, Лен? Мы крупных сверху съедаем, да? Конечно. Ты в первую очередь крупных съедаешь. Да. Ах, красавцы. Такие красные они. Угу. Красивые. Очаровательные. Тут раз более зеленоватые были. Да? Кот так не уходит, смотри, все ждет. А теперь будет стоять, пока свою порцию раков не получит. Да, Хрюша? Кушать раков? Я понял. Чтобы быстрее выкладывать, я понял. Самый главный любитель у нас раков – это Хрюша. Он так внимательно смотрит, за каждым движением наблюдает. Да. Сейчас, маленький. Рассол так приятно пахнет, вообще, ну, запах напоминает, как там говорил Лин, когда этих солишь, как у огурцы с помидорами. Да, рассол для огурцов. Да, ну, я не знаю, вот мы делали с укропом, мы свой способ никому не навязываем, делали мы с укропом, но вот почему-то вот душистый перец, ну, запах такой приятный прям. Я не знаю, может кто-то кому-то, конечно, не нравится, как пахнет перец душистый. Но нам очень нравится. Ну, в принципе, вот такое блюдо у нас. Ну, такое вечернее блюдо у нас. Да. Сейчас сядем вечерком и будем хрустеть. Да, Хрюша? Ну да. Он согласен. Он тоже будет.